я познакомился с Яной, это было 3 года назад. Я наткнулся в ленте новостей, но тогда, если не ошибаюсь, это был даже первый подкаст, то есть «Наблюдаем вирусы». Я прослушал, и, во-первых, это было что-то вообще другое. То есть ты слушаешь и понимаешь, что ты не слышал этого раньше. Это не просто какая-то информация, то есть это действительно что-то кардинально отличающееся. И самое главное, что когда ты слушаешь, а особенно слушаешь голос Яны, ты слышишь, у тебя ощущение, как будто ты дома. То есть ты действительно пришел к тому, что так давно искал. И после этого я даже не мог как-то воспринимать на самом деле нормально информационные источники. То есть да, я пробовал, я читал много всего, но оно всегда куда-то гнало. Здесь каждый раз, когда ты возвращаешься к подкастам, ты понимаешь, ты ощущаешь, что ты идешь туда, куда тебе нужно. Да, я помню свой первый вебинар, и, во-первых, я долго на самом деле не мог решиться на то, чтобы пойти на вебинар. Я решился, пошел, и тогда я для себя все осознал. То есть именно на том вебинаре я понял, что я пойду на интенсив, что я точно хочу взаимодействовать с Яной. Потому что, смотря на других, то есть кто был на вебинаре, то, как они задают вопросы, я видел себя. То есть я видел себя на каких-то определенных разных этапах и то, как это могло разворачиваться. И то, насколько Яна была заинтересована в этом, то есть ты нигде это не встретишь. То есть такой правдивости и честности, и при этом доброты и тепла, ну, действительно, я нигде никогда не встречал. Да, и она всегда точно знает, что тебе нужно, какой вопрос тебе задать, чтобы ты нашел этот ответ. И все зависит уже только от твоей верности собственному зову. Сейчас я прошел интенсив, я долго к нему шел, честно. Я шел к нему 3 года и не мог подступиться к этому, потому что была идея о том, что я же смогу все сам. Мне хватит подкаста. Я сам все вскрою и выстрою наблюдение. Но это была только идея. И именно на вебинаре я понял, что нет, я не должен делать это сам в том виде, в котором я придумал себе это. У меня есть возможность, есть проводник. И почему я ищу какой-то обходной путь? Зачем? Почему я не иду к проводнику? И когда уже начался интенсив, это было непросто, действительно. Но я сразу осознал, что по-другому не может быть. Все, что было до интенсива, это именно попытки умом понять наблюдение. А это просто невозможно. И без проводника, как мне кажется, это тоже просто нереально. Потому что это всегда будет игра. Всегда слишком велик соблазн вовлечься в какие-то идеи, уйти куда-то не туда. А проводник, конечно же, Яна, она всегда честно тебе говорит о том, что ты куда-то уходишь, о том, что ты погрузился, ты забылся. Она очень заинтересована именно в твоем результате. И всегда поможет тебе самому найти выход из любой ситуации. Да, интенсив был очень тяжелый для меня моментами. То есть и были вещи, которые так не хочется вскрывать на самом деле. Так болезненно это ощущается. Но каждый раз, когда ты переходишь через это, переступаешь, справляешься с этим, то ты ощущаешь свободу иначе. Ты действительно понимаешь, что ты вот сейчас обрел свободу, и что у тебя больше нет сомнений, что ты идешь тем путем, который тебе нужен. Возможен ли какой-то другой проводник, кроме Яны? Ну, я не вижу никого другого. Только в Яне я встретил это сострадание, вот это тепло, доброту и вот эту внутреннюю силу, в эту заинтересованность в том, чтобы ты пришел к результату и чтобы ты пришел сам. Как я изменился за этот интенсив? На самом деле, тот, кто был до интенсива, тот Артем,
который был до встречи и контакта с Яной, это совсем другой человек. Потому что очень слабый, очень загнанный в себя человек. Было очень много переживаний и каких-то внутренних страданий. Не было никакой уверенности и вообще не было чего-то, на что можно опереться. А за время интенсива и сейчас уже после него я действительно ощущаю внутреннюю силу. То есть я знаю, что какая бы ситуация ни была, у меня есть ключи и инструменты, чтобы справиться с этой ситуацией. Я знаю, что если я действительно буду уверен в себе, то я пройду через все. И это очень многого стоит. Я бы даже сказал, это бесценно. И без Яны прийти к этому я бы точно не смог. А мое взаимодействие с другими людьми и жизнь изменилась. Я стал очень часто слышать от других, что я стал спокойнее, что стал увереннее. И когда я с кем-то общаюсь, люди удивляются тому, как я к этому пришел, удивляются тому, как я вижу вещи. Действительно, часто начал слышать от людей то, что рядом со мной спокойно, и какие-то проблемы уже не кажутся такими колоссальными, такими тяжелыми. И когда я говорю о своих планах, своих желаниях, люди уже действительно верят в то, что мне это нужно, и что я достигну этого. Если раньше я был мечтательным человеком, мог говорить о чем угодно постоянно, было тысячи целей, и я не приходил ни к какой из них, то сейчас я четко знаю, что мне нужно и куда идти. То есть я связывал себя с искусством, с музыкой, и это вносило очень большой раздрайв внутри меня. А сейчас я пришел к тому, что да, я действительно хочу заниматься музыкой. Но это не единственный аспект моей жизни. Это только та грань, которую я хочу раскрыть. И без интенсива, без наблюдения я бы не смог справиться с этим. Я бы также погружался постоянно в процесс творчества. Также постоянно бы раскачивался от того, что у меня что-то получается, а что-то не получается. Взаимодействуя с Яной, именно находясь в контакте с ней, ты ощущаешь то, что сам контакт тебе уже что-то дает. То есть вот эту чистоту внутренней силы, именно исходящую от Яны, оно меняет твое внутреннее ощущение. Даже просто обычный контакт, просто взаимодействие. И проходя раз за разом какие-то этапы, и сейчас закончив интенсив, действительно ощутил, что оно накапливалось. То есть это было не все сразу, а постепенно, понемногу ты нащупываешь эту силу внутри себя, эту силу, которую тебе показала Яна, ты начинаешь видеть в себе и потихоньку раскрываешь ее. И в какой-то момент она формируется во что-то целостное, и ты действительно уже можешь отличить то, что нужно тебе, а что нужно твоей личности. Где просто какие-то хотелки, какие-то желания, а где твоя потребность, твой внутренний зов тебя к чему-то ведет. И какие бы сомнения ни навязывала личность, какие бы мысли ни приходили, они не имеют значения, потому что сейчас у тебя есть та опора, есть та сила, с которой ты можешь через это пройти. Именно в проекте, во взаимодействии с Яной, есть такая заземленность. То есть там нету каких-то воздушных замков, нету каких-то высокопарных идей. А я всегда искал. Я постоянно искал какой-то мистики, каких-то раскрытия внутренних способностей и прочего. Долго проходил через разные практики, но они никогда ничего не давали. Они давали себе игрушку, которую ты можешь поиграться, но внутри все так же была пустота. И действительно, настоящая магия была в процессе контакта и взаимодействия с Яной, в процессе этого интенсива. И сейчас, после, я действительно замечаю, что жизнь, именно внутреннее ощущение жизни, колоссально изменилось. Каждый день какая-то магия, каждый день ты раскрываешь что-то для себя. И
тебе не нужны какие-то сверхспособности, тебе не нужно обладать невероятной там какой-нибудь силой мысли, еще что-то. У тебя есть здесь и сейчас все, что тебе нужно. И ты не хочешь больше. Да, у тебя есть какие-то желания, но это твои желания, а не ты у этих желаний. И действительно находиться в таком состоянии – это бесценно. Яна, спасибо тебе большое за все, что ты делал, за то, что ты была рядом, и за всю ту теплоту и любовь, которую ты дала. Это действительно бесценно. Этот контакт, это взаимодействие, оно перевернуло все в моей жизни. И без тебя этого бы не было. Я действительно очень благодарен тебе. И хочу сказать огромнейшее спасибо за твою правдивость, за то, что ты открывала мне раз за разом глаза на те вещи, на которые я не хотел смотреть. И за то, как ты это делал. У меня никогда не было сомнений в том, что ты не заинтересован в этом, в том, что это не нужно тебе, и ты как-то переступаешь. Это действительно тепло, забота, это сострадание. Спасибо тебе большое за все, что ты делаешь. И за проект, и за подкасты, за все посты, и, конечно же, за эти интенсивы, за это взаимодействие.